Карачаево-Черкесии 17 марта текущего года введен режим повышенной готовности, который подписывает соблюдать самоизоляцию гражданам, прибывшим из-за границы, а также людям, у которых был выявлен коронавирус и контактировавшим с больными. Какие меры предпринимаются со стороны правоохранительных органов по обеспечению исполнения требований особого режима, вестям рассказали сотрудники группы по взаимодействию с органами исполнительной власти отдела охраны общественного порядка регионального МВД. Подробнее Ахмат Калкечев. Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесии полицейскими проводится целый ряд мероприятий. Списки заболевших, контактных лиц и прибывших из-за границы в МВД поступают из Роспотребнадзора. Сотрудники полиции осуществляют проверку данных лиц на основании предписания, выданного Роспотребнадзором. Проверка осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты, а также соблюдении установленных правил при соблюдении дистанции в 1,5 метра. Также в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции и обеспечения соблюдения особого режима с 20 марта по настоящее время полицейскими проведено более 54 тысяч проверок по месту жительства лиц, которым предписано соблюдать режим самоизоляции. И, как говорят полицейские, выявлено 4190 фактов нарушения. За нарушение установленных правил и норм самоизоляции лица, нарушившие данные правила, подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с Кодексом административных правонарушений Российской Федерации. А также сотрудники полиции проводят профилактические беседы, во время которых еще раз напоминают о необходимости соблюдения указанных правил, а также об ответственности за несоблюдение их.